Всем привет, с вами Борис Плотников, и сегодня мы с вами поговорим о губных гармониках фирмы Zydel. Конкретно мы поговорим о моделях с остальными язычками. Это Session Steel, 1847 Silver, 1847 Classic и 1847 Noble. Эти гармоники отличаются тем, что у них язычки сделаны из нержавеющей стали. Что это означает? У всех остальных производителей губных гармоник язычки сделаны из медных сплавов, либо из латуни, либо из фосфорной бронзы. Латунь и фосфорная бронза, они окисляются и теряют строй, в то время как нержавеющая сталь, она не окисляется от слюны, и она все время держит строй. Кроме того, эти гармоники более долговечны, то есть у них реже выходят из строя язычки. Гармоники с остальными язычками звучат громче, насыщенней, их лучше слышно в плотном миксе, когда вы играете с громким составом. Давайте посмотрим видео их распаковки. Blues Session Steel, модель 1847 Silver, модель 1847 Classic и самая дорогая модель 1847 Noble. Давайте посмотрим, как они запакованы. Session Steel запаковано вот так вот. В комплекте удобный кожаный чехольчик. Инструкция. Тряпочка для протирки. Сильвер идет в картонной серебристой коробочке. Такая же инструкция, такая же тряпочка. Вот сама гармоника. Мы видим здесь пластиковый белый корпус. Тональность до мажор. Классик идет в черной картонной коробочке. Точно такая же инструкция, такая же тряпочка. Деревянный корпус. Крышки точно такие же, как на Silver. Noble идет тоже, как и Silver, картонной серебристой коробочке. Тоже тряпочка, инструкция. Мы видим, что крышки другие. Крышки матовые, с боковыми отверстиями. Здесь боковых отверстий нету. Ни у Сильвера, ни у Классика. И у Сильвера и Классика крышки глянцевые. У Нобль крышки матовые. Корпус из черного анодированного алюминия.
Покажу вам, как выглядят корпуса у Session Steel. У Session Steel он сделан из такого пластика. Это пластик достаточно мягкий. Silver – это жесткий белый пластик. Он значительно жестче. Классик – это дерево, клен, очень хорошо пролаченное, оно совсем не разбухает, никаких проблем с влагой. Здесь очень толстый, видите, слой лака, скругленные края. Нобль – черный анодированный алюминий. Обратите внимание, у Session Steel у нас здесь не торчит металлических плат, в отличие от всех остальных. Здесь у нас, видите, вот металлическая плата. Здесь тоже металлические платы. Здесь тоже металлические платы. У Session Steel нет металлических плат, потому что платы утоплены в пластиковый корпус. У Сильвера гребенка спереди плоская, абсолютно вровень с платами. У Нобль есть небольшое скругление концов гребенки. У Классика перегородки закруглены. Это хорошо видно, если сравнить отдельно гребенки. Теперь давайте послушаем, как они звучат. Session Steel. Бенды. Бенды. Классик. Бенды. Нобль. Бенды.
Вкратце, в чем разница между этими моделями? Session Steel более бюджетная, она чуть менее герметичная, на ней менее выраженная артикуляция и чуть тяжелее играются бенды. Как мы видим, у Session Steel крышки идут на всю длину, а у остальных трех моделей крышки идут не на всю длину гармоники. Крышки на всю длину гармоники дают более глухой звук, что вкупе с утопленным корпусом делает Session Steel в целом немножечко глуше. Но мне этот звук по-своему нравится, я его считаю джазовым. Кроме того, мне нравится субъективное ощущение, когда у меня не торчат платы. Нобль самая дорогая из этих моделей. У нее есть боковые отверстия и алюминиевый корпус. Это дает более звонкий звук. И она предпочтительнее, если вы играете в акустику. Если вам нужно играть очень громко, то Нобль — это ваш выбор. Сравним с Сильвером. Вы можете услышать, что у Нобль более открытый, более звонкий звук. Разница между Сильвер и Классик по звуку на самом деле очень невелика, потому что корпус не так сильно влияет на звук инструмента. Но давайте их посравниваем. Можно додумать, что у Classic звук чуть более шелестящий, но, на мой взгляд, эта разница очень минимальна. Все эти гармоники немного отличаются тактильно. У Session Steel она очень приятна на губах, у нее нету металлических плат, которые многим новичкам режут губы. Silver, она более ровная. Классик более скругленная. Кроме того, у Сильвера совсем нет никакого вкуса, у Классика есть вкус дерева. Нобль металлический, вы почувствуете некую прохладу от этого металла, когда будете касаться его языком. Матовые и глянцевые крышки тоже немного отличаются по ощущению. Какую из этих губных гармоник выбрать? На мой субъективный взгляд, если вы новичок, вам, в общем-то, все равно. Берите ту, которая вам нравится внешне, по описанию. Кто-то хочет ощущать дерево во рту, кто-то хочет ощущать нейтральный вкус пластика, кому-то нравится тяжесть металла, кто-то просто хочет сэкономить и может взять Session Steel. Это все хорошие гармоники для новичков. Поэтому для новичка разницы большой нет. Если вы играете уже некоторое время, я рекомендую попробовать их все и решить, что вам больше всего из них понравится. Все гармоники очень качественно сделаны, неплохо строят по октавам.
Гармоники Зайдель производятся в Германии на небольшом заводе в городе Клингенталь. И, на мой взгляд, это настоящее немецкое качество. Гармоники Зайдель сделаны из качественных материалов. Корпус у Session Steel и Silver пластиковый. У Classic деревянный из клена. И у Noble из анодированного алюминия. Крышки сделаны из нержавеющей стали. Платы из незильбера. Ну и язычки, как я уже говорил, тоже из нержавеющей стали. Давайте посмотрим, как они выглядят внутри. Крышки сделаны из нержавеющей стали у всех четырех моделей. Мы можем видеть, что платы у Silver, Noble и Classic абсолютно идентичные. Язычки абсолютно идентичные. Но у Session Steel платы отличаются, они меньше, и у них нет бороздки, в которую вставляется крышка. Вот здесь бороздка, в которую вставляется крышка. У Session Steel крышка упирается в пластик. Язычки абсолютно идентичны у всех четырех моделей. Поэтому, как вы могли заметить, разница в звуке не такая уж и гигантская. Потому что язычки влияют на звук больше всего. Ну, хотя больше всего на звук, конечно, влияет звукоизвлечение. Давайте еще их немножко послушаем на одних и тех же музыкальных примерах. Губные гармоники предоставлены фирмой Lütner, российским дистрибьютором фирмы Zeidel. Спрашивайте в магазинах вашего города и на маркетплейсах. С вами был Борис Плотников. Спасибо за внимание.